брат катает. Тут сразу видно, ребята заточены на удар, на взятие ворот. Витька пытаются раскидать, а ведь что? Квадрат катает. Сейчас будет вам Барселона. Ha ha ha.
Прессинг в центре поля, вот и все, залог успеха. Походу, ребят на последнем дыхании играют, все уже, силы на исходе. Все надежно. Хороший отбор. Bye.
орех, он и в Африке орех. Блин, я думаю, да, забил уже, забил. Вот он, подарок судьбы. Фоучу, ух ты. Многоходовочка. Такое чувство, что дело идет к третьему голу. Витёк тащил, блин. Красавчик. Вот это подкат. Четвертый. Thank you.
Ну, в смысле, на ходу есть, да? Ну, ну что там? Первый на удар. Там здесь куча, вообще я его не снимаю, надо его снять. Еще рано, конечно, игру сушить. После 14-0 можно будет подумать над этим. Фейл. Привоз. Эти люди. Yeah.
просто аккумулятор садится. Сейчас может вырубиться в любую секунду. От гола недалеко, наклевывает, назревает. Вот он, вот он. Опа, Серега отборолся. Красавчик. Это что было? Все, Россия, борьба. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Все, 15 секунд. Четыре один, первый тайм. Орех просто сегодня рвет и мечет. Yeah.
стиле на этот раз. Муж в защите отработал. Что-то без центра поля игра пошла. Блин, так ты, конечно, мог убежать. Нарушение. Сам ошибся, сам исправил, но... Любят тут ребята, без КПК. Что там было-то? Как тут?
Ледовочка, блин. Ребятам сейчас придет конец. Давай.
тебя кудесник. Втроем выходили. Ай. Упор расстреливал. Нормально отжал его. Ну чё, Диман? Лёх тоже в упор ковырял. Вот это да. Там живой Диман, никуда не уехал. Я вообще мало с ним снимаю, надо снять. Проскочило это, нужно было страховать, зону закрывать. Ах ты.
ты! Никита нормально в раме дал. Да, Вера Васильевна. Да, 10 минут. Фол. Это пенальти. Без шансов. Только хотел в начале первого тайма сказать, что счет будет 10-2, а сейчас 9-2, одного гола не хватает, еще минута есть. Надо заколотить ребятам. Красиво отметились, ребята.